участках устанавливается еще одна такая изюминка парка. Это скульптурная композиция цветочная «Крокодил Гена и Чебурашка» из известнейшего мультфильма советских времен. В состав этой композиции входит 6 видов растений, которые высажены на специальный каркас, в специальную смесь земельную. Создатели, собственно, специалисты нашего коммунального предприятия «Харьковзеленстрой». Растения также выращены в этих теплицах, и вот специалисты, как вы видите, высаживают их, потом передадут нашим озеленителям, которые уже будут следить за этим растением денно и ночно. Это достаточно сложное в эксплуатации сооружение по той простой причине, что эту такую вертикальную клумбу нужно опрыскивать каждые 2 часа, чтобы грунт не пересыхал. По мере необходимости нашим озеленителям придется его подстригать, опять же, для того, чтобы вся скульптура выглядела красиво. Ну и наши специалисты уверяют, что такая клумба сможет радовать харьковчан, ну, до первых морозов.